Всем привет! Сейчас я вам покажу какие у меня новые вещи, которые мне заказали. На Вайбере заказали вот такие. На Вайбере. Да, на Вайбере через сайт вещи. Что там? Сначала у нас идут шорты. Такие шортики. Да? Да. Адидасовские. Зелененький хлопок. Еще качественные, да? Да. Вот. Так Леша примерит. Дальше что там еще? Доставай там все, что. Это у нас что? Футболочка. Футболочка такая вот. Поворачиваем. Беленькая. Зеленая рука тоже адидасовская. Мама. Мама. Тоненькая, вообще легкая. Мама. А. У меня уже два адидасовского костюма спортивного. Что там еще у тебя? Еще шорты. Еще шорты. Доставай. Пока. Вот такие шортики. Вот тоже такие. Адидасовские. Кармашки тут застегиваются на молнии. Да? Да. Темно-синего цвета. Такие легкие, мягкие, да? Да. Такие. Еще что-то? Такие вот сланцы, кроксы. Доставай. Что там рисунок-то? Акулы, что ли, маленькие? Акулята. Да. А песня у них какая? Песня? Не знаю. Какая песня? Посмотри в интернете. Да, посмотрим. Доставай. Поднимай их. Давай мне. Угу. Такие они тут на вешалочке. Кроксовские. Смотрите, какие классные. Да? Еще там что? Сейчас примеришь все. И сапоги вот такие взяли резиновые на осень. Тоже кроксовские. Да, ну Вайбер были со скидочкой. Открывай пакет. Давай. Можешь открыть? Доставай. Сначала верхний. Достается. Давай. Такие вот. Сапожки резиновые. Примерим сейчас размер, не знаю, как ему будет. И второй. Сейчас. И второй тоже с этикеточкой. Тоже была такая вот вешалочка. Что, примерять будешь? Нет. Сейчас примерим, давай, это, шортики с футболочкой. И покажем всем, да? Вот такой костюмчик получился. На солнышке маленько отсвечивает. Такая белая футболочка, шортик. Смотрите, как хорошая зелененькая, на шортах зеленый. И такие вот кроксики. Можно. Иди сюда в тенек, кто там отсвечивает. И вот так, смотрите, как классно. Мерим другие шорты. С этими шортиками тоже, это футболочка. Все, хватит.